И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в Speedrunners, продолжим вместе с Тимуром Скаем бегать, обгонять, убивать друг друга, возможно. И немножко гореть. Привет, нам можешь сказать. Всем привет. Немножко. Всем привет, ребята. Привет. Вы кого-то друг с другом поздоровались. Давно не виделись, привет. Так. Ну чё, пацаны? Ну чё, погнали, в ночной клуб забежали. Ух, у меня теперь шлейф хоть есть. Так. Правда, он странно очень выглядит, но заодно видно, что это я. Так, это зубы дрожат. Нет, это геймпад. Я умер. Это геймпад вибрирует об стол. Зубы. Ну ё-моё. Ох ты. В смысле, а там коробка была, лол? Я даже не видел ее. Так. Меня тогда всегда не дрожат. Блин, рано. Так же. Да что ж такое? Охренеть, конечно, тут. Ты там специально? Перелета. Нет. Да пошел. Не, я про Тимура. А. Так, ну что, побежали. Вы что, издеваетесь? У нас у всех крюки, попробуй пробежать дальше, чем мы, да? Да блин! Знаешь, попробовал, походу удастся. Так. Блин, что-то я закосячил немного. Так, где там зацеплялка? Смотри, как качусь. Забавная поза была. Так, ой. Поза. У тебя тоже крюк? Да вы чё? Да ё-моё, я его посрал. Нет, а, да. Да как так? Что за бред? Так, где чё? Да в смысле? Где какое-нибудь ускорение? О, всё, пошёл в разнос. Так, ого. Ну, вот, ой, не особо в разнос, но я тебе. Но я тебя разнос. Ненавижу. Меня? Да, я почти тебя выхватил, но мне не хватило немножко. Я случайно упал в мусор. Так. По-моему. Упал на дно. Случайно. Оп! А вот так не надо было. А, блин, у меня крюка нет. Ладно, тогда ладно, может. Сдохнуть, что ли? Сегодня можно. Стой! Мне управление отказало. Ну, я уже ничем не могу помочь, я слишком далеко зашел. О, я двигаюсь, ладно. Опа! Кстати, ребята, кому Speedrunners нравится, не забудьте поставить лайк. Так как чем больше лайков, тем больше роликов в коопе выйдет. И можете, кстати, в комментариях написать, что вам вообще. Что вам вообще интересно увидеть в коопе? Вы что, умерли? Я вообще просто разговаривал, даже не играл, в принципе. Я заморозил и сам умер, и скорее уронил. Я просто вперед бежал такой, даже не смотрел, что происходит. Так, я снова на рандоме. Да все на рандоме. О, библиотека. О, ой, нет. Библиотека. Так. Моя, ну, что у нас тут? Ой-ой-ой, все коробки библиотека. Собрал. Библиотека. Так. Чё-то мне не нравится, да пока вы... как вы... я иду. Да куда вы блин? На шипы присел? Что происходит? В смысле? А, ладно, окей, коробки, ты обломался. Тимур потерял своего козыря об коробке. Так, серьезно? Ага. Удачи! Ты как будто из игры вышел. Да блин. Удачи. Да не, так это. Там пошел. Я люблю эту карту. Не вижу тебя и твою карту. А, в смысле, перезарядка? Ёдрить, колотить. Такой шанс был бы, если бы не было перезарядки. Вы бы оба в яму упали. Так, окей. Ой! Один шип. Так, ой. Ты чё, полежать лёг или чё это было? Ой. Да. Так, я же прыгнулся. Да, коробка. А, ты прыгнулся, у тебя просто анимация выглядит, будто ты это, отрубился. Джойстик сломал. А чё, я умер, что ли, я бегал, блин? Там уже потрачено, я слишком далеко убежал. Ааа, так бур ещё твой, блин. Ну да, попробуй притяни меня. Вот такой след, понятно. Убери! Пробил одного, так. Блин, и все коробки блин. Собрал на этом районе. Мусорки. Да, это обидно. Да. Так, ну почти. А, нет, ты выбрался, смотри-ка. А, у меня крюк есть, серьезно. Ну тут. У меня нет шансов, я имел в виду.
Ну, я, может быть, где-то сейчас залажаю. Кто его знает. Скорее я. Вот здесь. Это что было? Ты как убился? Да там шип торчит, эти ноги. А-а-а, понятно. Это тот самый? Да. Так, что, у меня левел? Ну, где левел? Мне немножко не хватило до уровня. Ну, тут за победу, за все приколы и тому подобное. Я тебя сломаю, как багет. У тебя будет просто багет скоро, поверь. У меня уже есть багет. У кого? Блин, Тимур мою ракету забрал. Как багет? А что это такое? Вперед вырвался слишком сильно. Что это такое? Мне понравилось. Я же не знаю, что это такое. Определенно не то. Скай! Да. А что ты хотел? Почти же догнал. Так же частенько. Новый персонаж ждуть. Сквай! Сквай ваф, вам маг. Я не знаю, зачем я наверху, но я жив. Я не знаю, что он мне делает с этой бедой. Ой-ой-ой. Да блин. Можешь еще раз, Тимур, вниз сходить? Нет! Да, он просто пошел. Как ты подчиняешься приказам? Скай что-то тут разносит. Я тут застреваю, а Скай выигрывает все время в этом месте. Ну блин, у меня выбора просто нету. Либо я тащу, либо я. Ну, ты сам понимаешь. Тимур сам себя на дно тащит, что забавно. Да не, нормально. Вон как оторвался от вас. Это ракета в меня летела, что самое забавное. Двойное оглушение к тому. Какое двойное оглушение? Ты в меня разве попал? Да. Да, меня чуть не особо оглушило вроде. Меня. Фу, хорошо, я в коробку врезался, это да. Ну нафиг еще раз это место. Так, я лучше снова здесь пропрыгаю. Так, нельзя Скаю дать снова допрыгнуть. Блин, снова успеет. Нет, не успеет, или успеет. Успеет, не успеет. Скай, взрывайся! Блин. Плохо команда подчиняешься, ну, так. Эх. Собаку такую завел. Блин! Взрывайся! Ну, что ты хотел? В смысле? Как я промазал? Не знаю, но хорошо промазал. Давай! Мне нужно способность взять. Быстрее. Ух. Камбэк. Не-н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 е. Так. Давай, 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 это единственное место, чтобы вас быстро от вас избавиться. Давай, хоть какая-то, блин, да какого хрена-то вы живы? Да ё-моё. Да ты боё, блин. Чё вы живы-то? Да что ж такое-то, а? Как, какого хрена? Да коробка. Да почему вы меня-то всё пытаетесь остановить? Я всех пытаюсь остановить. Да пошли вы, а. Всё-таки задержали меня свои. Секунду бы еще и все. Я бы выиграл. Нет, нет, я бы двое остался. Вы верите в то? В Бога! Внезапно. Такое, знаешь. Мне просто надежды уже никакой. Знаете, я тут. Да, и Тимур верит в сатану точно. О, что за халява? Что за фигня? Ты сильно вверху был. Знаете? А я что-то не понял. Я вам тут хотел сказать. Ну да, ты уже сказал все, что хотел. Блин, и коробки собрал все те, что не хотел. О, хотя на бошку уронил, ладно. Тимур, прыгай на дно. Нет. В смысле, это твое любимое? Нет. Фирменное, ой. Фирменное. Покупайте. Днище мое фирменное. Воу, прощайте, ребята. Хотя, стоп, какого хрена вы опять догнали? Блин, я уже вас хороню, а вы живые. Да ну нафиг. Шарики. Как вы догоняете? Не знаю. Я на таком отрыве думаю, все, сейчас Flawless Victory, все дела. Ну, почти Flawless Victory, ты два раза выиграл. Эх. Да коробка! Да блин, все коробки собрали. Це коробки задолбали. Я тут идеально отыграл в этом моменте. Ебой!
Так, новый персонаж у меня наконец-то будет. Бэтбой. Учигунабу. Эх, плотно все это идет. А, все понятно, у меня вот кто открылся. А вот как ты цвета меняешь. Так, ну ладно, это потом уже. У меня открылся синий персонаж. Синий персонаж. Как зовут самку лошади? Фабрика? Ой, господи, по-моему, она неприятная. Или приятная. Я не помню. По-моему, тут коробок до хрена. Или лазеров. Что-то мне подсказывает, что тут всего дофига, что так, я не люблю. Ну да, коробок дофига, значит. А, это вот к ней. Ты опять себя перепутал с кем-то? Да. Фирменный. Как я хорошо играю, да? А-а-а! Это косяк. Это просто вам шанс на победку дал. Да. Такие два этих. Ну, давайте. Фирменная. Ну что ж, посмотрим. Тимура, кстати, долбануло. В этот момент. Конечно, хорошо. Что-то у вас какой-то набор способностей неприятный для старта. Сегодня мы будем проходить спидранерс. Да, отлично. Я забыл. А вот хотите вот? Ух. Ух, да блин. Тимур, я тебя ненавидеть начинаю. Потому что ты... Тимур. А она сейчас откроется или закроется? Что-то не понял. Закрылась. Я не знаю, в каком она состоянии изначально была. Скай. Побежал. Так, ништячок. В смысле, а у меня все еще бомба? На! Тимур! В смысле? Ты что за собой закрыл? Ненавижу тебя. Ненавижу. Блин, у Тимура способность дурацкая. Это был... Так. Должен стать мой раунд. Типа, по-честному. Нет! Лол. Обломал. Опять здесь же, а? Ну это классное место. Как я не пролез-то? Воу, ускорил меня, спасибо. Всех коробкой заблочил. Блин. Да ёперный театр. Недалеко. Так, ничего у нас тут? Пока что похороню её. Ай, блин, почти же! Люблю это место. Не, я практически идеально сделал. Если бы сейчас не накосячил, было бы круто. Блин, такая штучка фирменная. Фига-то влетело там. Догоняй, колобок. Ну, как бы... Так, ну, что там? А, коробка. Блин. Чё это, кто? А, ну давай, ГГ тебе. Ну всё! Ну ты мог так-то налево прыгнуть и мог вырваться. Да, я бы не успел. Я по шансу так и хотел, но немножко все пошло не по плану. Что? Ты видел это? Да. Ну чё, спасибо. Как это произошло? Это было плохо. Я помню это как что-то плохое. Ты-то? Да. Ну ладно. В принципе, так даже лучше. Так, ну... Нет! Тимур, как ты выиграл? В смысле? Я в первый раз выиграл. Как ты выиграл, вопрос? Никто этого не ждал. Нежданчик подъехал. Ладно. Вот это я создал ситуацию. Прямо с поискрией. Ага. Ну. Ракеты можно заблокировать коробками. Да ладно, коробками можно все блокировать, в принципе. Но коробки так себе. Ими крюк прикольно блокировать, но я обычно коробки не храню. Блин, все такие понадеялись попасть, но никто не попал. Так. Сюда. Так, что у нас дальше? Что будет? Коробки, ништяки, коробки. Так. Коробки. Коробка. Не знаю зачем. Ну ладно, и все. А вот это было подло. Очень подло. Максимально. Ну ладно, мы быстро восстановились. Ну удивление. Да, повезло. Так, вы все ништяки собрали, я такой, типа, ну здрасте.
Да будет еще. Да блин, ну не так. Ой, зато способность хорошую взял. Это была отчаянная попытка, Тимур. Ну, шубы нет. Ну, мне нравится этот матч уже. Так, оп. Ворота открой. Управление, не глюч. Так. Приложи к нему иконку. Икону. Твою, что ли? Можешь мою. Святой отец Кристалл. О, падре. Так, одна снизу, вторая сверху. Да вы что, издеваетесь? Это что за у вас излюбленное место мне здесь карать? Ну, как бы... Сегодня можно. Сегодня можно. Название сериала про шпионов. Сегодня можно. В ролях. Сегодня... Блин! Вот так вот надо. Я в смысле как? Я ну, же за тобой был ты, почти. Ты был ролях. Отстающим. Эту штуку никогда не попасть, надо через верх идти. Да. Да. Не. Не. Я познал, эти коробки полностью. Ты что, умирать туда специально? Да, я думал, что есть смысл туда идти. Ой, ты его волны как... Давай, беги, крюк! Ох, облом! Так, дальше шипы, потом коробки пойдут, и можно сверху цепляться. Давай ты не будешь толдычить нам об этом. Да чё вы, Тимур, давай! Морозь! Мне нужна победа. Тимур вырывается вперед. Давай. Да, побеждает. Тимур и комментатор Доты должен быть. Скай. Ты себя гранатой спас, нифига ты жесткий. Граната сыграла так, как никогда не должна была. Что это сейчас было? Ну, гранатой забавно. Сам на днище такой себя отправил потом. Такой, типа, ну... Как бы. Эй, в смысле? А, ну ладно. Блин. Ты что, мою фишку прознал, что ли? Типа, что можно развернуться и кинуть резко? Да, я знал. Да, конечно. И ни разу не применял, пока я так не сделал. Не, реально, ну. Скай вроде так делал. Да. Офигительно просто. Вот это было сурово. Просто максимально. Просто карает. А, жесть. Подичи. Вот это ты меня обломал. Так, ну что у нас? Разгон какой-нибудь, разгон. Так, здесь у нас, подкат, открываем дверь, здесь ничего нет. Коробка, тут была коробка, или Тимур высрал? Так, высрал. Моя любимая. Да! Блин, я промазал. А ты видел, как я попал? Хорошо. Вниз меня крюк утащил. О, как так-то, Тимур, ты что делаешь-то? Ты что, играть научился, что ли? Так, ну-ка непорядок, пора его как бы это, тимплей. Приземлить. Ой, так, да. Ну что, все, давайте теперь точно последний. Офигеть, у меня новая карта зоопарк. Не дай бог зоопарк выпадет. А что, ты знаешь? Я тебя ненавижу. Зоопарк. А что это? Ну, она мне очень не нравится. Так. Тут есть моменты, которые меня немножко раздражают, ну ладно. Не, я не играл. Да играли мы на ней. Не, я не помню. Все, меня эта карта бесит. Я вспомнил, что не помню. Блин, ну лети, шарик, как надо. Почти. Я его догоню, принесу тебе обратно. Котята. Ой, я ж испугался. Я думал, что это такое. Что это такое? Как Скай еще не отлетел? Кого ты морозишь? Во. Да, блин. Я там так хорошо вперед вырвался. Запотел вообще по-дикому. Я пытался как-то... Так. Шо ж вы, как обезьян-то тут летаете на лианах? Зоопарк! Детка! Я тебя ненавижу! Я тебя просто ненавижу, слышишь? Детка! Определенно мечта. Думал, еще раз прокатит. Вот тебе карма. Да ладно, как это не сработало? Сейчас Тимуру дашь выиграть снова. Да и пофигу. Ни о чём. Блин, вот этот момент, если скорость не набрать, то все. Блин. Ох. Во,
Чего? Блин, ну почти получилось. Ну блин. Ты перепрыгнул их? Да. Блин, стена. Я не знал, что тут она. Блин, скилл. Ну ладно. Тут еще и тут еще можно вроде. Нет, нельзя. Снизу. Да. Разгон. Можно. Ладно, 1-1-1 пока. Ну как бы, все честно пока что. Угу. 1-1-1. Как у тебя способность быстрее перезарядилась? К чему у меня коробки? Так. Как я ее только что подобрал. Так я тоже. Но я не мог использовать, ты кинул. Странно. Странно это. Нет, у тебя же была способность, поэтому у тебя она и перезаряжалась. Ой. Так. Я кого-то заблочил коробкой? Серьезно? Хватит мне коробки давать! Ну уж нет. Вот, серьезно. А, блин, опять перепутал себя. Скорости не хватает! Я ненавижу вас всех! Скорости не было, и времени, чтобы ее набрать тоже. Да. Все, надо как-то затащить хоть. Трайхард, да? 1-2-1-1. Опять коробка, вы что, издеваетесь? It's my life. I gonna live forever! Так. Ну, я бы так не думал. В смысле? А, я кого-то заблочил коробкой. Тимур! У меня тут хуже. Цепляй крюком его! Цепляй! Да ты цепляй! Ну ты, блин! У тебя такой шанс был выиграть здесь. Ё-моё. Да не, блин. Да у него сейчас шансы полные выиграть. Да как у него полные? У меня полный выигрыш. А как? Друг друга через стену долбанули. Столб. Нифига, мои коробки. Что ж такое? Твои коробки тут только... Прыгай скорей! О, Тимур! Ты царь просто. Просто сволочь. Да. Ой, нет. Да. Ну и как фирменно умер. Все, я сделал свое дело. Скотина. Быстро наверстал. В смысле у тебя не заморозило? Это как было? Так, что-то мы так в равную идем. Так это ж хорошо. Да не очень. Интрига создается. Куда он там? Я чуть-чуть вперед. Теперь нет. Да пошел ты! Это что было вообще? Я не знаю. Я сейчас не понял, что там произошло, но это было дико странно. Так. Только попробуй своим валуном меня сбить. Валун тебя сам сбил. Так, нужно срочно выиграть. Так как никогда. Ах, выиграть это тут будет сложно. Ну, у тебя уже есть хотя бы возможность. Так. Так, я вроде красиво все сделал. Хрен да тебе. Да я, блин, все это дичь. Что за фигня? Почему у меня клавиши не срабатывают постоянно? Не знаю. Я там накосячил столько раз, но в итоге как-то выкрутился. Нет, ты видел, меня просто в одну сторону шатает, и все, я не могу в другую. Нет, поменять. Я не видел. Думаешь, у меня было время рассматривать, что у тебя там происходит? У меня пальцы уже болят. Я тут офигеваю просто по полной, чтобы выиграть. Ну, в общем, это дичь. Я не знаю, как побеждать этих гадов, задроты. Да. Ни одной победы. Просто ни одной. Ни одного раунда за мной. Ну, почти, ты был близок. Так. В смысле, я имею в виду... Беги, как вкопанный! Нет! Блин, коробки! Беги, как вкопанный! Беги, как вкопанный, интересно!
Да как так-то? Да дурацкое место. Блин, мне скорости не хватило. Ах, ну ладно, эта серия за Тимуром. Определенно. Так, ну чё, ребята, на этом будем заканчивать. Надеюсь, данная серия была вам интересна. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, также заходите на каналы в описании. Там Тимур, Скай, у них тоже есть ролики. Гляньте, посмотрите. А на этом все. С вами был, как обычно, Кристалл. И прощайтесь. Ну, всем, Тимур, ребята, спасибо, кто смотрели этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, потому что колокольчик ваш друг, и он оповещает о всех новых роликах, которые выходили на канале, которому вы нажали колокольчик. Ладно, всем спасибо и всем пока. Спасибо, Тимур, за этот тост, но спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, жмите по колокольчику и всем пока. Что за кавказский тост был сейчас?